В августе в Старомаинской районной больнице начнет работу новый диализный центр, где смогут обслуживаться до 25 человек в день. Старомаинцам и жителям соседних районов больше не придется по несколько раз в неделю ездить в Ульяновск, чтобы пройти жизненно важную для них процедуру гемодиализа. На сегодня в муниципальном образовании проживает 5 граждан с индивидуальностью первой группы, имеющих хронические заболевания почек и нуждающихся в гемодиализе. Уже 7 лет на диализе. Если все нормально, врачей, медсестры, все удобство, все будет хорошо, конечно, здесь лучше будет. Медицинскую помощь можно будет получить совершенно бесплатно по полису ОМС. Для пациентов будет организован подвоз от места проживания до диализного центра и обратно на комфортабельном микроавтобусе. Чтобы длительная процедура была максимально комфортной для посетителей центра здоровья, предоставят горячее питание, лекарственное обеспечение в рамках тарифа, подключат бесплатный Wi-Fi интернет и установят телевизоры. Диализ будет проводиться обученным сертифицированным персоналом. Они прошли необходимую переподготовку и в настоящий момент приступают к стажировке. Сейчас завершается у нас еще работа по монтажу в больнице лифта для маломобильных групп населения. Обустройство центра началось в январе этого года. Сумма инвестиций составила 50 миллионов рублей. Как сообщил региональный директор компании «Нефролайн» в Ульяновской области Илья Журавлев, основные ремонтные работы завершены. Завезена часть оборудования, все будет готово к открытию 1 августа. Аппарат на самом деле очень хороший, позволяет вести качественный диализ. Пациент чувствует себя очень хорошо. Несмотря на то, что процедура тяжелая. Отдельно Алексей Русских обсудил с руководством учреждения кадровую обеспеченность. Сейчас в больнице работают 213 медиков, в том числе 19 врачей. К сожалению, молодые специалисты неохотно задерживаются в районной больнице. Глава региона взял под контроль вопрос по теме поддержки специалистов и кадровой политики медицинских учреждений. Алина Тихонова, Герман Баранов, Ул Правда ТВ.